Рабочие устанавливают новую вентиляционную систему, самую современную. Для этого объекта она очень нужна. Здесь все должно быть стерильно. В хирургическом корпусе НЦРМБ идет капитальный ремонт. Рады то, что помогаем людям, ремонтируем здание, вентиляцию тянем. Вот, очень рады этому. Объект серьезный. Ну да. Серьезный. Водоснабжение, отопление. Заменят все коммуникационные системы. Плюс выполнят отделочные работы. Четырехэтажное здание хирургического корпуса получит вторую жизнь благодаря республиканской программе по ремонту стационаров. Проходить он будет в два этапа. На первый выделен 191 миллион рублей. На четвертом этаже будут изменения. Это комплекс чистых помещений, где расположены операционные. Будут располагаться 9 операционных, сконцентрированы будут практически все здесь. Для всей Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы основное операционное отделение будет в этом корпусе. Самые сложные операции всегда проводились именно в этом корпусе. В будущем он только укрепит свои позиции. Например, большие надежды врачи возлагают на логистику движения пациентов, что очень важно для оказания своевременной помощи. В одном приемном покое и все оборудование, и тяжелая техника, и КТ, и МРТ, и рентген, и все специалисты, все будут находиться в одном месте. И человек уже готов к диагнозу, сразу идет в отделение. Тем самым нашли проблемы больного решаются, вопросы больные. И, естественно, удобно докторам, что тут же поставили диагноз, тут же своевременно начать квалифицированное лечение. Первый этап ремонта планируют закончить уже в ноябре, затем приступить ко второму. Кстати, хирургический корпус – не единственное отделение, которое ждет полное преображение. Сейчас в Нижнекамске полным ходом идет капитальный ремонт взрослого инфекционного отделения. Анастасия Шакирова, Булат Абдульманов, новости НТР.